Сегодняшний день, на самом деле, действительно начался с праздничной атмосферы вашего вуза. Союз молодежи с вами поздравляет вас. Каждый ваш студент – это действительно член вашей огромной семьи и команды, у которой очень огромное будущее. Сегодня масса ребят, ваших коллег, студентов, которые были награждены различными почетными грамотами и благодарностями. Очень потрясающие эмоции от этого мероприятия. В первый раз проходила такая велопрогулка с ректором. Здесь прямо особая какая-то атмосфера. Вот по себе лично говорю, это колоссальный заряд эмоций на весь день. Я думаю, на все праздничные дни все делятся эмоциями, говорят еще и еще. Вот, поэтому я думаю, это начало большого пути. Атмосфера дружественная. Едешь в своей шеренге, в своей колонии с преподавателями. Много шуток, таких приколов. Очень классное мероприятие. Хотелось бы еще повторить, тем более сейчас весна, такая погода, как бы тепло, солнышко. Все очень хорошо. Очень важно, чтобы наши будущие ученые видели, насколько труд ученого важен, насколько он почетен. Самым первым профессором, который работал в стенах настоящего университета, это был профессор Аткевич. И именно ему будет посвящена первая табличка этой аллеи славы. Будет проводиться спартакиада, баскетбол 3 на 3, волейбол, мастер-классы по фитнесу. Безусловно, для меня это тоже такой волнительный момент, честь быть приглашенным на 110-ю годовщину Витебского университета имени Петра Мироновича Машерова. Я приехал, что называется, не с пустыми руками, а с творческим отчетом своим. Сегодня это совершенно замечательный университет с большими возможностями. Педагогический состав очень мощный здесь, очень оптимистично настроенные ребята, настроенные в жизнь, настроенные в творчество. Это самое главное, значит, будем жить. Я считаю, что это очень важно, что у нас есть возможность участвовать в открытом диалоге с такими почетными гостями, так как они делятся с нами опытом, и мы можем подчеркнуть это для себя и применить в своей жизни. Принять какие-то советы, наставления в будущее. И спасибо им большое, что поделились этим опытом. Все, что мы делаем, мы делаем для них. Это вуз, который является сегодня примером, является лидером регионального высшего образования. Университет находится достаточно на высоком счету, потому что он не только решает региональные задачи, но и есть вопросы, которые он сегодня достаточно качественно решает в целом для системы подготовки кадров для всей Республики Беларусь. За последнее время очень много сделано интересного, хорошего, положительного. Это ваш статус, это ваш авторитет. И, конечно же, мы будем награждать самых главных виновников мероприятия – это людей, которые делали историю университета и которые будут делать его будущее. Ну и, конечно, интригой дня и этого мероприятия станет наша высшая награда университета за отзнаку. Ее получат и ветераны, ну и настоящие сотрудники университета.